Всем привет. Ищем у пазлики. А, ну тут просто ломать все надо. 94, я чтобы карта открылась. Ага. Вот она как бывает-то. Правда, в глазах уже рябит от всего этого великолепия. Нельзя так насобирать. На три штуки вместе. Это ж классика. Просто как волшебный рандом будет еще падать здесь. Видишь что-нибудь? Зараза. Точно. Зараза пролетела мимо. А, сейчас. Я просто хочу на эту вывести. А, ты вот так. Тоже ничего. Наоборот, надо. Ну это действительно скучно прям очень. Утку поставим. Ты мне еще название придумал уже. Утки какие-то. Вообще похоже на утку. Ну давай, двигайся-то, что-то я не знаю. О, какая муторная вещь вообще. Да не
Они же все моргают в глазах ребят, блин. Ты чё? Ну, здесь как его величество рандом падать будет, так и будет продвигаться игра. Абсолютно от тебя ничего не зависит. Заколебало, блин. Ну что за чушь? Ну, с глаза можно соединить. Да, смысл? Я вижу, что их можно соединить. Толку-то от этого никакого нет. Тут, видишь, спиральки уже. Да у меня потому что уже все, у меня мозг атрофировался на этой игре. Чего? А. И что, дальше сидим, да, опять ждем? Утки, блин. Офигеть, они этой темы как игру затянули. До невозможности. Да тут тебе вместо карты дам какую-то херню сидим, ковыряйся. Блин. Спиральку нам что надо. Конечно. Я хотел поиграть 3 в ряд, я поиграл в 3 в ряд. Господи, бред-то, а. Кошачий собачий. Естественно, как так мне сегодня не видно. У нас тут ряды не двигаются вообще. В
Заклебали вы уже своими утками, блин. Бах-бах-бах, толку, блин, от этого баха никакого. Пришли. Еще 40 минут, и все нормально будет. Ну-ка, розовый тут в середине. А теперь утки. Ну, он спираль, да, должна упасть сейчас. Теперь осталась одна утка. Здесь можно еще эту планету тоже притащить сюда. Какие титьки, да ты видишь, что опять? Утки опять не туда летят. Планет тогда, раз утки-то не хотят. Да, да, да. Да, только ничего не подходит. Ой, блин, ну... Сиську. Где? Ну, снизу сиську поставь, в ту сторону. Да не еду сиську-то. А планета нам никак не поможет, нам надо утку. Где утка? В утку. В утку! Это вот это вот сюда. Ну ты скажи нормально, что ты орешь? Я вижу, кто из габуин. Сеанс какой-то сейчас будет проводить периодически. Не, мы все куда-то едем. Куда-то все едем и что-то ищем. Часть замка. Так, а чем нам тут еще можно сделать-то? Таинственный символ. Угу. Удочка. Замкать сюда, что ли? Нет, не сюда. Вот она, да. Очиститель у нас где-то был. Замок тебе вращаем очередной раз. Лесенка-то нам куда?
Здесь я пока никаких привидений что-то не вижу особо. Красная краска. Да? Каких привидений? Ну, которых мы собираем. А-а-а. Фигурки-то. Да, к дому он не идет. Куда может лестница-то вкорячиться? Оборотень второй части, короче. Да, вот это я вот помню. Спасите маму, Джо. Вон наверху там кто-то сидит. Дядя. Ладно. А, вылезает, смотри-ка. Ну-ка, давай сюда иди. Чувачок. Смерть. Вот я остаюсь. Ну, только два нашли. Угу. Взял, вылез. Зачем вылез? Краски. Вот у нас красные есть теперь. Так, подожди, подожди. Вот так, курчонка нам тоже пригодится. Да, по-моему, оборотень как раз из следующей части по логике вещей получается. Ключ от машин, да, наверное. Так, этих надо нам как раз три штуки найти еще. Сюда-то будем ходить? Да будем, конечно. Кусок говна взял отвалиться. Где я тебя поставил? Да, это... У гномов вот здесь вот. Кот. И какой-то. Не, это Ктулху, скорее всего. Вот сюда. Сюда. И чем тут? Очки. Сквояжик. Все, что ли? Чуть-чуть. Мне кажется, можно оторвать. Уехать напротив. Я-то откуда знаю? Тут что, здесь ключ надо или что? Здесь ключ. Или обезжирить или какой-то здесь еще надо. Пишите на полочке. Наверное. Здесь еще хорошо, давайте красим. Картинку, наверное. Еще не все очень хватает. Вот разноцветная штучка. Нет, это код от этого. Вот. А ты что такое? Защёлка. Может. А, вот она, наверное, да? Угу. Фонарик, отвертка. Где у нас темное место? Посветить этой. Так, отвертку можешь туда загореть? Нет. А фонарик нам зачем? Нет, ничего такого. Во. Ну полезли, полезли, я поставил. Туда посветить, короче. Список задач. Ну вот она. Ты не будешь ее брать, ты... А, их просто тупо найти надо. Да, так у тебя видишь, они обратно. По очереди надо, да? А, тебе надо расческу найти, наверное. Шляп. А, ну какая, понятно. Типа пара. Да. Угу. Вот кочерга. А где еще была кочерга? А, она там была. Вот расческа. Хорошо, пускай будет так. Так, ножницы. Нет, где ножницы были? Шляпа. Ты что у нас где-то? Подарок. Грабли где-то. Где-то здесь грабли были. Ага. И еще какая-то херь осталась. А, кочерга. Гуздадил. Или кочерга. Дверная ручка. А, это попалось. А, найти надо. Давайте взять ее.
А, и отвертка есть, да. Да-да-да. Так тут за собой не смог. Это просто иллюзия. Зря ты так думаешь. Так, смотри, где тут может еще сидеть какой-нибудь гаденыш. Нам еще трех надо найти. Так, сюда надо вентиль новый. Зеркальце. Нет. Пассатижи у нас нет. Да, да, да. Я тоже так думаю. Могла бы уже и. Так, это что за хрень? Пинцет. Пинцет нам тут пока. Подожди, может, пинцет надо, может, на эту штуку что-нибудь навести? Ну-ка. Пуговка. А зачем нам пуговка? Ну, здесь шестеренки, ладно, а пуговка нам зачем? Так, а что он? Мы обратно. А, вот. Тут что? На пуговицу слетать. М? А вот эта цифра 6. Тоже ничего не хочешь ничего. В машине. А, здесь чемодан. Пинцет. Пуговица. А, пинцет у нас все, ушел, да? Так, значит, это не здесь. А что у нас здесь осталось? Тут все. Тут воробьи. Вот, ящик у машины. Ящик. Ключ нужна или отвертка какая-нибудь? Ключ нужна. Не, я имею в виду ключ или этот. Как он? Тоже ключ, только не ключ. Можешь посветить туда, да? Да, я пока понять не могу. Может, сюда посветить куда-нибудь, где фонарь? В лужу вот. Это не откручивается? Кто? Вот эта штучка. О, кстати, может быть... О! О, да. Че, давай крестовой отверткой пуговицы, да? Отлично. Че, на отвертка, да? Действительно. Че, идиот, что ли? Да там крестовая просто, нужна плоская. Ну вот сейчас в этом пикапчике найдем что-нибудь. Ой, я же говорю, вот пошли свинорезы. Ну все, нам топор и краску дали, все, пойдем всех бить. Там в машине тут сидишь, что ли? А, все, нельзя тут, а машина все. Странно. Да черт их знает, что мы тут выдумали. А, еще зеленую надо найти. Они еще и нас переставлены местами, да, надо найти зеленую и черную. Да, черную-то есть, последнюю. Нет, это пустые слоты. Пустые, вот которых вообще нет, у тебя черную. Нет, стоит. Красная, вот, не, какая черная, вот, видишь, серебряная, я тебе говорю, мы будем еще черную краску искать сейчас. Так, топор. А, подожди. А, все, вот в подвал. Тоже нельзя в подпол залезть. Чердак. Ну да. Вентиль, вот зеленая краска. Вентиль. Лично все сломано. Так, что нам надо сделать? Цифра 1, да? В черную, правильно? Или нет, подожди, цифра 1 это... Чёрная. Нет. Вот она, цифра 1. Цифра 2. Ну, здесь ничего такого. 3, 3.
3, 4, 5, 6. Чё дали? Ну, фрагментик какой-то нашли. Нет, нам дали вот эту. Это должно... Ой, опять это упражнение для пальцев. Мощно. Прикольно, как у меня. Как у меня в шкафу. Какие шеу? Шкелет. Видишь, шкелета где-нибудь. Должен просто валяться. Где? Шахматный конь, пешка. Тут перчатка на глазах только что была где-то. А, вот он. Скелет. Надпись. Зачем ты вышел-то? Ну, скелет, вот я говорю, где скелет? Вот, рыбий. Так, чернила. Вот они. Ну, надо на них крышечку или что-то найти, да? Или перо какое-нибудь. Или ручку. Где? Там сверху. Угу. Так, и надпись. Надо найти какую-нибудь ручку, тебе что-то написать где-нибудь. Ну, вообще вот это, да, ну, надо что-то, я не знаю, карандаш какой-то или что найти. Мелок и дописать. Ну чё, идём биться с этим, с демоном, поганым. Your body will soon be mine, seer. Who's there? Ух ты, какой страшненький. Знаете, топором по спине. Ой, опять. Так, вот это, да? Так, надо смотреть тогда, ладно, давай. Какая? Все разные, да. Вот это, да, наверное. Да. Да. Абуибн. Вот это. Нет. У них что-то разное должно быть. Треугольник сверху, треугольник сверху. А, Виа... у, них, у этого два кружка, у этого один. А какой, один или два? Один, по идее. Нет, значит, не один. Тогда вот это, вот это. А, не меняют что-то? С двумя кружками, да. А, вот и вот этот. Тяжело пользоваться этим магическим топором-то. Так, что первое делаем? Насадку? Насадку. Вот это. Вот это. Да, тут можно методом тыка, на самом деле. Но... просто дольше будет. Это что вот это было? Какую мы нажимаем-то? Первую-то. Эту? Нет. Нам пипец, нас сейчас замучит. Тут такие ниндзя пришли бороться. Это вот это я уже нажимал. Да нет. Да ты уже ее поставил. Нет, я вот это поставил. Хорошо, здесь жизни нет. Сиди, что-то там придумывай, упи. Это значит. Ну нет, давай. Ты что, поменяли что? Они, видишь, меняются местами еще, чтоб это. Ой.
Не. Гати, он аж меня взял, поменял. Понял, да? Она в процессе меняется. Так, мать, все хорошо. Вот. В смысле, хорош? Ты тоже ошибаешься. Не, я не говорю, что ты не. Ты опять неправильно все понимаешь. Так, и вот теперь осталось. А, еще и маленькая есть, да? Маленькая с кружочком. Вот это, наверное. Нате, ё-моё. Всё. Пошли мамку. Значит, еще не спасли. Чё, хочешь фонарик тебе там? Ну нет, нам надо спасти ее еще. У нас еще куча отверток остался. Тут фрагмент нашли какой-то. Здесь цветочек надо поставить. Фонарик для чулана у нас есть еще. А что, куда? А, может сюда куда-то? Нам воды надо вот во что-то набрать. Видишь, садин какая-то плавает. Ну, типа, ей там больно. А мы хуй, мы ищем. Квестики какие-то выполняемся. Я не понял, а чего в этой комнате? Даже нажать не на что, что ли? У тебя... Ага, нет у меня ничего. Так, Жень, подожди. Потом. Мы тут важные вопросы решаем. А чё, где, чем можем еще тут предъявить-то им? Здесь все это перекручено, перевинчено туда. Не надо сходить. Подожди, может надо окно открыть, чтобы там типа, ну, воздух пошел там, нет? Нет? Ну, я не знаю, давай отвертку. Специально нарисован замок, чтобы ты... Так, стаканюга. Все, я знаю, куда идти. Пацаны, я знаю, куда идти. Давай, крути. Все, целебный стакан. О, Джейн! I recognized you immediately. You're my daughter. I had to leave you and Joe at the orphanage to protect you. I was being hunted. I swear that if we get out of this, I'll never leave you again. I'm cursed by the aura of the bodiless. It only the talisman of the cure can help me, but... Давай, все. Я понял. Талисман. Сюда влепишь, нет? I think that's what I need. It wasn't hard to get back to Mary's house. I went to the portal and went back to the world of the Beyonders. I didn't expect to see you again. Ой, ты ж хороший был. Чё ты сюда пришёл? I think I know why you are here. You seek the talisman to cure a curse. Your ancestors hid it. Ой, понеслось его. Так, здесь никто не шевелится. Нам ещё надо пару чувачков найти. Слушай, здесь, по-моему, нет. Так, и чё? Вот у нас есть талисман. Это фонарик. Дай птичку. Да. Ну, отдай птичку. Куда? Пошли сюда. Смотри, по кругу где-нибудь точно торчит. I think I can find what I need here. К
как бы сейчас вопрос надо решать именно вечером. Зачем я это сказал? А зачем он спросил? Так, что, волшебный кристалл? Птичка нам нужна теперь, да? Вот эти ставить туда надо. Штучки. Угу. Никто здесь не торчит? Так, ладно, пойдем туда. Где? Спасибо, черт. Так, опять ищем. Изменяющиеся предметы. Где только что здесь изменялся? Где? А, сейчас свечки забивают. О, сейчас я думаю. Спасибо. Блин, чертика-то нет здесь никакого больше. У меня еще тут нет еще. А чертика нет, никто ниоткуда не выглядывает. О, он сидит, царя. Да подожди, дай чертика взять. Человек из тыквы. Так, и что тебе, пучеглаз тебе отдать или что? А он не берет ее. Ну, волшебный. Я понял, что это волшебная сфера. Куда ее? А, о, опять идти искать. Ну все, все колдунство собрали вообще. I think that's what I've been looking for. Все, сердце единорога у нас. I'm at peace now. Моя душа свободна. Все. Да, все сделано. Да, сейчас мы по этим по локациям пробежимся, просто чертиков найдем всех. Да нет, там же быстро, там же можно, ну, перещелкивать локации просто, все. Я не знаю, какая из них самая, это простенькая-то получилась. Вот эта или третья? Ой. Не, в третьей какая-то заморочка у нас была, мы там крутились маленько. Ну, по-моему, самая жесткая вторая, да, была? Там что-то совсем вот. Они одни и те же? Да? Ну что это я сижу смотрю тут? Теперь можете открыть тайную комнату. В бонусном меню. Нам это не надо. Так, нам... А где? Здесь, да? Фигурки. Так, двух мы не нашли. Так,
эпизод. Да, обои, эскизы, глава, фигурки, альбом, тайная комната, достижения. Блин, а где у нас эпизод-то? Тайная комната, что нам дает? Нет, нам нужны локации. Наверное, не здесь, наверное. Прохождение, может. Вот, да. Так. А, смотри, тут что-то подсказки, что ли? А, открылись подсказки, короче, где что? Ну, смотри, 1, 2, 3, вот. То есть... Но они были подсказки просто. Ну, само собой. Так, сейчас посмотрим. Так, вы успешно завершили игру, хотите сыграть снова? Нет. Вы нам дайте этот... А мне кажется, должны быть эти эпизоды. Прохождение, да? Бонус, альбом, фигурки. Где тебя найти, вот интересно? Достижение. Раз, два. Три, да? Три достижения мы не открыли, получается. Четыре, да? Раз, два. Три, а где четвертый? А, вот 4-5, наверное, даже у них. Да, это пофиг, на самом деле, на это достижение. Так, это обои, да? Бонусная глава. Эскизы, музыка. Достижения. Блин, да хотелось чертика-то, конечно, всех найти. Почему нельзя вот просто зайти и переиграть? Это, ну, как бы это неправильно. Где мы могли быть? Ну вообще странно, почему нет эпизодов, это только, ну, это фигня. Это музыка у вас тут печальная еще. Вы успешно решили бонусную главу. Сыграть снова нет. А нельзя ли, ну-ка подожди, если... Так, тайная комната. Играть 12 штук, да? Меню. Ты думаешь, вообще это кому-то интересно? Так, продолжить. Ну да. Да и ладно, хрен с ним тогда. Блин, загрузка пошла. Сейчас, 2 секунды. Я хочу посмотреть только это. Так, пропускаем все. Так, это что у нас такое? Вот? А, ну у нас уже открыто здесь все, что это... Мы легкую подключили, так. А здесь нет сразу? Пошел в жопу. Тоже иди. Не видно, да, ничего? Так. Подсказка. Вот куда нам? А, ну здесь. Да не, короче, нафиг. Меню. Ну и ладно, хрен с ним тогда. Не будем мы искать эти две фигурки. Да, он, смотри, нам скинули их сразу. На этом. В общем, не нашли мы какую-то ведьмочку, не нашли какое-то лесное болотное чудовище. Ладно, все, завершаем на этом. Эту игру. И, собственно говоря, эту серию тоже завершаем. Все, всем, кто смотрел, спасибо. И пока. В следующих сериях таких игр таких много. Поэтому... Я думаю, продолжим. Все, пока-пока.